Мешканка Маріуполя Оксана згадує, ворожий снаряд потрапив до її будинку 12 березня. Від отриманих поранень її мама загинула. Ми жили в різних районах, і так вийшло, що ми спочатку були в убежищі, потім вже там знаходитися було невозможно, тому що ребенок все-таки маленький, а там куча людей, это невозможно было уже там. Вот. Мы приехали к себе домой, потом ударная волна, у нас дом чуть-чуть разрушился. И мы решили ехать в другой район, более безопасный, к маме. Заехали к моей маме, потом поехали к маме мужа и остались там. Вот. И все, и на следующий день приходит папа, плачет, говорит, что мамы больше нет. Упал снаряд, прям в дом попал. Вот. А она как раз нагнулась, она была на улице. Она нагнулась парить ручки у костра. И все, и осколок прилетел в голову папа. А папа зашел просто за угол. Он выглядывает, мама лежит. Он к ней берет ее на руки, а там уже на нем все, и мозги, и кровь, и вот это вот все. Поховати найріднішу людину поки Оксані не вдалося. Вона лежить в гаражі. Ні одна служба не працює. Хоронити в общій ямі ми з папою відмовилися, тому що, щоб ви розуміли, мама носила їду к нам в убежище. Це дорога длинна. Носила гаряченького. І я мамі говорю, мама, зміни, ми тут кормимо не тільки себе, але й інших діток, тому що не у всіх є можливість кушати гаряченького. Мама говорит, лишь бы все были здоровы и живы. Она работала продавцом в рации, работала она до последнего. Я ей говорила, мама, пожалуйста, беги в укрытие, беги в убежище. Нет, а кто будет людей кормить? То есть человек вообще ангел. И вот такая вот судьба. Муж мама, лишился работы. Про соседку сына. Не знаю еще. Там соседи. Про соседи. Мне кажется, это что-то подозрительное, потому что ты говоришь, мама. Это мама моей подруги, Макарчик. Смотри, телефон у нее. Смотри. Ты признайся уже. Да, давай играем. Вы решили выехать, это когда? Вот вчера, позавчера это было такое решение? Чи давно взагалі планировали? Мы вообще, нам звонили знакомые уже 21-го. Собирайте сумки, тревожные эти сумки. Мне когда муж подошел, сказал, я испугалась. Я, куда ехать, зачем, как, все оставлять. Уже живем, все тихо, все спокойно. И, конечно, когда 24-го проснулись, уже нас вот так вот с мужем трясет, мы ничего не понимаем, что происходит, звучит сирена, вокруг стреляют, непонятно что. Вот. Но мы все равно не уезжали, мы думали, вот-вот и все закончится. Чоловік Оксани Вадим каже, покинули Маріуполь, адже там вже неможливо було перебувати. Ні магазинів, нічого не було, обстріли були постійні. Рядом з нами теж падала бомба, повилітали всі вікна, все, повигибались двері і ворота. А там, де ви жили, це багатоповерхівка чи приватний? Це був частний дім, але коли попала бомба рядом з нами, це буквально в 50 метрах від нас було. Девятиэтажка, которая стояла рядом, полностью оказалась без окон. У нас тоже вылетели окна, но некоторые окна удалось спасти путем подставления там, деревяшек и дверей. Вот. Маленький просто прятался и хотел скрыться, куда-то сбежать. Постарше он уже как бы понимал это, рисовал рисунки даже там, про то, как бомба попадает в дом. Тоже боялся, переживал, знал, что нужно делать, знал, что нужно закрывать рот, вернее, открывать рот и закрывать уши. Прятался, когда слышал какие-то звуки. Сначала мы были в убежище, потом приехали домой. Там было темно нереально. Кстати, не удивляйся, но мы приехали домой, когда был комендантский час. Тут более спокойно. Это тут вообще не слышно ни вертолетов, ни танков вообще. Это тебя радует? Да. Какие? В Мариуполе там вообще ни света, ни газа, ни... ничего. Уезжали с женой и с моей мамой и бабушкой. Вот. Дорога была очень тяжелая. Много блокпостов. В частности, это русские, они проверяли. Когда доехали до границы Запорожья, уже было полегче. Надалі родина із двома дітьми та родичами рушила з Запоріжжя до Тернополя. Новини на Суспільному. Запоріжжя.
Все, до окрема.